Всем привет! С вами я, Алиса, и канал Беливикс. Сегодня мы приехали в Лафайет во Франции. Это как ЦУМ, только во Франции у них Лафайет. Тут очень красиво, а запах просто не передать словами. Тут представлено очень много брендов, и также мы нашли огромнейший стеллаж, точнее даже какую-то... И мы тут нашли очень большую территорию, посвященную Дисней, страстные персонажи. Вот, что ж, давайте же посмотрим и поехали. Тур по Диснею. Стоп. Раньше тут были другие игрушки, даже Винкс, Монстр Хэт никогда не было, а теперь перебазировалась в Дисней. У меня глаза размыкаются. Давайте начнем прямо с этого стеллажа. Итак, тут мы видим какие-то тачки, и Мини и Микки Маус, и Дональд Дак. Очень много вещей разных, посвященных этому, и зачем я повторяюсь. Мне нравится этот чайник. Он очень странный, а еще я не вижу цены, но 20 евро стоит. Ну, в принципе, мы все поняли с вами. Тут мы видим Мини вот таких вот красавиц. Это Белль, да, как мы видим, малышка. Также Мерида, которая какая-то очень упрямая. Также Тинкербелль. Другие девчонки. Вот Лила. Даже Аладдин. Зачем? Что ты тут делаешь? А тут можно посмотреть на себя. Но можно этого не делать. Также тут есть стенд для детишек, которым где-то годик. Тут очень много вещей. И также мы видим вот такие вот игрушки с уценочкой. То есть они стоят 16 евро вместо 20. 4 евро экономия. Тут есть Star Wars, София, принцесски. А мне особо нравятся вот эти. Они такие мимимишные и малюсенькие. У меня такие раньше были, только мы их покупали не тут, а в самом Диснейленде. Вот такие вот аксессуары. Это одежда, игрушечки разные для детей. Давайте же перейдем все-таки для более взрослого рынка, скажем так. Тут мы видим разные полотенца, очки, платья. Стоят они непонятно сколько. Сейчас. Стоит 32 евро. В принципе, для такого платья это нормально. И да, куклу. Я вижу куклу, наконец-то. Это Элена Авалор. Насколько я знаю, это новая вообще кукла. Стоит он 40 евро. Собственно, мы же все-таки в Лафайете. Что мы хотим? Ого, такое золотое платье. Очень красивое. Почему они не могут сделать платье на мой размер? Что это такое? Класс, класс, класс. Мне очень нравится. Мини-куколки. И Бист. Это у нас чудовище. Ничего так, ничего. Стоит 16 евро. Так, другие атрибуты. Все принцесски. То есть вот мы видим Disney Store. Ух ты, смотрите, какая золотая книга. Красиво, красиво. То есть тут очень много атрибутов, которые посвящены красавице и чудовищу, потому что фильм вышел совсем недавно. И также мы видим Соль Луна. Первый раз вижу что-то из этого. И также костюмы принцесс. Тут мы видим Белоснежка, 50 евро стоит. Обувь. У меня никогда не была обувь. У меня были платья, но никогда мы не покупали обувь. Ну, типа, зачем? Она еще такая неудобная. Этот костюм тоже 50. Так, так, так. Тут целый огромнейший стеллаж. Много полок, посвященные Моане. Только почему... Ваяна? Ваяна, нет.
где логика, я не понимаю. У него масштабные все пропорции. Что она делает? Она поет как-то. У меня ничего не получается. Супер. Баяна. Это, кстати, неплохая. Вам нравится больше Disney Store или Hasbro? Какая тяжелая. Ого, ничего себе. Нежданчик. Сумки разные. О, какая красота. В принципе, все вещи, которые тут продаются, их можно свободно купить в Диснейленде, но до Диснейленда надо доехать. Какие пупсики, они такие милашечки. Даже парик есть. Но у кого коричневые волосы, тому и парик не нужен, ведет. Вот эту штуку. Мне она очень нравится, но покупать ее к себе в коллекцию я не буду. По крайней мере, пока что я не собиралась. Но если будут какие-то скидки, то, возможно, я ее куплю. Также тут есть вот такой вот костюм Эльзы, Анны. О, типути, какие милые, я хочу, хочу. И такой набор стоит 35 евро. Смотрим, да? Милаха я еще летом видела. Вот это стенд, посвященный красавице и чудовищу. Самое интересное, это вот такие вот куколки. Да, многие уже с ними знакомы. Это Эмма Уотсон, актриса в роли куклы. Фанаты разделились на два лагеря. Одним нравится, другим, наоборот, не нравится. Я же видела очень много оаков на эту куклу. И скажу, что, конечно, перерисованные, они намного лучше, чем такая, потому что у нее синячки под глазами. Это странно для куклы, но все-таки. Я бы сказала, что это не так уж и плохо, потому что я вообще видела ужасные фотографии этой куклы. А тут она в жизни очень милая. К тому же это моя любимая актриса. Да. 36 евро. Вот еще такие наборчики. С Гастоном, где они. И чудовище. Такие вот плюшевые игрушки тут есть. Е-е-е. И даже чайный сервиз, ну, разумеется, он игровой. Тут можно посидеть, посмотреть телек, но мы, собственно, сейчас с вами заняты. Давайте же дальше будем смотреть. Так, тут скидки минус 20%. Тут даже дата есть. Хорошо. Так, это же Цум-Цум. О! Большие. Так, ну это я смотрела. Ла-ла-ла. Тут разные плюшевые игрушки, пупсики. Рапунзель классная. Это стоит отметить. Да, вот это вообще милота. 26 евро стоит. Судя по всему, только две куколки. На самом деле просто заходишь в этот отдел и понимаешь, что ты попала в сказку, в настоящую сказку, потому что все очень красиво. О, это ж похоже на Диснейленд в честь 30-летия Диснейленда. Че смотришь? Что, сюда тут? А, вот. Смешной. О.
я бы хотела вот этого белого себе в коллекцию. Пиу, пиу, пиу. А тут пиу. Пиу, пиу, пиу. Когда тебе делать ничего, его не видно, ну и не надо. Итак, это отдел посвящен Star Wars, то есть Звездные войны. Тут мальчишка, я думаю, мало кому будет интересно. Ну тут что находится. Хотя я смотрела этот фильм и неплохо, с интересом огромным смотрела все части. Это Мстители Марвел. Чего это? Чего это? Чего это? А, это кружки, класс. Вообще для фанатов еще кружки сделали. Спайдермен, Спайдермен. Костюмчики. Я хочу померить эту каску. Я просто супер. Йоу. Я лечу вас спасать от плохого контента. Продолжение. Тут даже есть такие чемоданчики. Это прикольненько. Куколки. Хотела бы я себе такую маску. Всегда буду красоткой. А потом, когда надо, вот тогда я покажу свое лицо, да? Правильно? Все, всем хана. Ой. Ой. Вот. Ой, как же я всегда боялась фоткаться с ним. Это жесть. А его я всегда боялась в игре, когда играла. Ой, боже, ты опасный. Что-то ругается, все. Пока-пока-пока. У меня, похоже, есть, к сожалению, без шляпы, как говорится. А почему без шляпы? Также есть вот такие вот стаканчики. Сейчас же так модно девчонкам, ну и может кто-то из мальчишек, фоткаться с такими стаканчиками, типа мы такие, йоу, крутые, крутые. Мне кажется, я отношусь к этому числу, извините. Для художников. Вы только посмотрите, это плюшевый рай. Я вижу Алису в Стране чудес, это прям я. Королева. Она не очень похожа на королеву, она больше похожа на какую-то эту плюшку огромную, мне кажется. Опять видео. И также тут есть кружки. Вот это классная пуговка. А наподобие Микки Маус у меня есть вроде как. Ну и, конечно же, не стоит забывать про кукол Дисней, потому что они по-своему уникальны и интересны. Сейчас на них идет скидка, тут есть очень много, большой ассортимент. Вместо 16 евро они сейчас стоят 12,79, то есть 13 округлим с вами. Ну, давайте посмотрим на ассортимент. Собственно, тут есть почти все куклы, если уж и не все. Давайте же посмотрим. Кристоф, Тиана, Мерида, Бэйл и так далее. В общем, очень много. Рапунзель, Элена Валор. Перечислять я не буду, просто посмотрите. И вот продолжение. Ну тут, честно говоря, в основном повторки идут. Золушка, Аврора. А вот Покахонтас, Покахонтас никогда не смотрела.
как-то я к ней хладнокровно отношусь, да и всегда относилась. Она у меня есть, красавица, люблю ее сильно. И ее я хотела купить, но пока я заказывала Эльзу, она уже оказалась вне стока, и моя Анна осталась без сестры. Никому не нужны сумочки по 3 евро с половиной. Вуди говорит всем пока и прощается с вами. На этом наше видео подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилась эта охота. Напишите в комментарии, если это так. Также ставь лайк и подписывайся на наш канал. Все ссылки на мои соцсети будут в описании под видео. Я вас очень-очень сильно всех люблю. До новых встреч! You're cool and crazy! Пока-пока!